Нас угостил огромным тортом. Мы чай попили и ушли домой. Часто ли вам торты раздавала? Ольга Владимировна знала до планерки, что большая нет. Началась планерка. Моя планерка прошла абсолютно тихо, нервно. Мы были как-то даже все сказали, надо же все прошло. Нас угостил огромным тортом. Знали, Шмонденко знала уже об этом. Тихо молчали все. Уже известно было, что Олежан покончился. Ольга Владимировна была известна. Приезжали психологи, Слава Мансийский. После этого психолога у Ирины получилась чуть ли истерика, потому что психолог ее во всем почти обвинила. Она очень расстроена была. Но баба в депрессию упала после психолога. И за Матвейчук? Приставать начали. Их на вертушку поставили. По национальности вас навят. Вертушка была очень хорошая. Она была никакая. 27 декабря повесилась Ирина. Этого сейчас боятся сотрудники, которые являются свидетелями по уголовному. Второй до смерти не было, точно. После смерти Ажан некоторые даже чуть ли не плясали по коридору, бегали. Все плакали, а некоторые плясали, ходили. Ну, они очень довольны были. Нас угостила огромным тортом.